Юль, смотри. Бу! Всем привет, с вами Дима, и это мое новое видео, и сегодня я угадайте с кем. Ни за что в жизни не угадают. Давайте посмотрим. Давайте. Вы, короче, угадали. Я вас поздравляю. Со мной. Там мошка с кухни только что пришла к тебе в комнату, кстати. Дима! Вообще-то нужно перед этим распеться. Ла-л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 а. И сегодня мы снимаем... Конфетный челлендж! Нет, на самом деле сегодня мы снимаем конфетный челлендж. И суть этого видео в том, что мы должны своим ротовой полости своей словить как можно больше конфет на палочке. Конфета на палочке выглядит вот так. Давай, лови. Испугался? Короче, мы должны будем на стол ставить конфеты и... Короче, вот так бить по палочке, чтобы она залетела прямо главный. В глаз. Кто больше поймает конфет, тот и победил. Поехали! Всех соседей разбудил. Пробовать мы будем по очереди, и очевидно я первый, поэтому Юля, посторонись, пожалуйста. Поехали! Блин, песня подходит нереально. А как я потом музыку наложу на твою? Напишу живой звук. Тан 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 Короче, я словил только одну конфету. Считай траекторию. Дима, рассчитай траекторию. Дима, зачем мы в это играем? Я робот чупа-чу. Юля просто не будет никогда ловить ртом, потому что мы роботы чупа-чупсы против. Ну давай, почти получается. Ты гонишь? Юля, обалдеть! Молодец, ротоловилка. Вот такая классная игра у нас получилась с одним игроком, к сожалению. Но надеюсь, что вам понравилось это видео. Спасибо большое за просмотр. Ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на наши каналы, и пусть удача всегда будет с вами. До встречи в новом видео. Пока.